От внезапной канонады старый парк наш содрогнулся. Как звоит войну на плечи, дом покинули мужчины. Как пришли отцы с победой, так и вместе не вернуться. В Самарском дворце ветеранов продолжают чествовать победителей, тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, обеспечивал надежный тыл и восстанавливал страну в послевоенные годы. Цель сегодняшнего мероприятия, конечно, сказать прежде всего слова благодарности участникам Великой Отечественной войны. Очень грустно, что с каждым годом их остается все меньше и меньше, тем больше наша задача сохранить память. Практически все учреждения культуры, творческие коллективы, образовательные учреждения считают за честь принимать участие в наших мероприятиях. Поэтому каждый раз это новые коллективы, это новое прочтение, это какие-то отдельные изюминки, которые позволяют вот действительно каждое мероприятие наполнить новым звучанием. Но главный лейтмотив вот всех мероприятий, посвященных 9 мая, сквозь года звенит победа. В зале собралось около 80 гостей. В их числе труженики тыла, блокадники, узники концлагерей, актив областной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, а также молодое поколение. У нас на сегодняшний день растет молодое пополнение. Наше будущее, наша защита, наша помощь. И, конечно, вы вот в этом отношении должны постоянно проводить свою работу, связанную вот с этими, и не забывая наши победы. Всем гостям праздника раздали георгиевские ленточки, а в зал внесли копию знамени победы, которое передали Самарскому дворцу ветеранов участники войны от поколения победителей потомкам. На сцене для всех собравшихся выступили музыкальные и танцевальные коллективы Самарского дворца ветеранов. Светлана Кудрявцева, Петр Паламеев. События.